Зажигательные ритмы на Некрасовском спуске задает школа барабанов «Аше». Вместе с ними импровизируют все желающие. Мастер-класс от музыкантов объединил десятки людей. Ловят ритм от мала до велика. Впечатления самые лучшие. Вообще, это отличная идея, затея. И то, что детей приобщают к музыке. Мы очень любим барабаны. У нас дома есть и барабаны, и ханги. И дети у меня играют, любят это все. Поэтому очень прекрасно, что такое проводят. А мы сегодня в самом центре культурного сердца России выступаем на набережной, на Некрасовском спуске. И нам очень лестно и очень нравится, что мы принимаем в этом участие. Мы четвертый раз сегодня будем работать. Ну и посмотрим, публика реагирует. Дадим рок-н-ролла, как всегда. Long live rock'n'roll. А вот на Некрасовском спуске внимание прохожих привлек танцевальный баттл «Бруклин Фест». Здесь в вечерних сумерках показывают мастерство танцоры разных возрастов. Культурное сердце России объединяет самых разноплановых музыкантов и артистов, которые по своей инициативе делятся своим креативом с самарцами. Проект реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Арт-площадки на Некрасовском и Маяковском спусках будут работать все лето, еженедельно по выходным дням. Мария Елчан, Елена Малютина, Николай Епифанов. События.